Всем привет! Автоателье Corvus Gold. Установка. Установка, говорю, да. Меняем штатные динамики. С дальнейшим улучшением звука. На первый этап будут меняться динамики штатные. Сейчас вот мы уже хозяин автомобиля Иван сделал шумку дверей. Сначала внутреннюю, вторым этапом будет шумка наружная, то есть этой панели. Дальше будет ставиться усилитель четырехканальный на фронтальные и на головые динамики. Вот здесь вот штатное место. Пока никаких подиумов не будет. Здесь вот треугольнички есть, и они не рассчитаны под подключение динамиков высокочастотных, поэтому пока мы не будем трогать и лепить подиумы под ВЧ, поставим в штатные места. Здесь они вот стоят, пластиковые такие динамики, где-то они там у меня на столе, наверное. Вот, пока поставим сюда, и когда будет уже усилитель четырехканальный, тогда мы их перенесем уже, слепим в треугольниках подиумы под пищалки, поставим кроссы и подключим к усилителю. А на данном этапе мы поставим басовик без кроссовера. Вот, подключим к штатной проводке без замены проводов. И поставим через фильтр высокочастотник в штатное место. Это Kia Soul у нас, 2017 год. А теперь по поводу динамиков, да? Динамики мной любимые. Золотая середина, бюджетная, да, средний ценовой диапазон. Динамики стоят 7800, розничная цена. Вот, так они называются. Ground Zero GZ-RC16X2. Видеообзор их делал уже. Смотрите на YouTube, на нашем канале. Вот, комплект хороший. Пока на первом этапе мы ставим басовики, мидбасы. Они из стеклоткани, хорошие, быстрые и мощные. В комплекте твиттеры шелковые, очень хорошо звучат. Ну и такой вот кросс с хорошими регулировками. Так, сейчас что там, у нас фокус не как на телефоне, да. Вот так, к пищикам мы припаяем временные фильтра в виде как они называются-то, конденсаторы, которые фильтруют как раз басы с высокочастот, с высокочастотника убирают. Вот. А мидбасы подключим напрямую без фильтра. По всему спектру будут играть. Итак, первым этапом припаиваем фильтра на пищалки. И пищалки мы будем уже устанавливать сейчас в штатное место, подгонять. Вот. И на мидбасы я припаяю. Я не люблю соединения, поэтому, ну, тем более лопаточные, которые не очень хорошо держат, от вибрации могут выскочить провода. Поэтому я лучше припаяю и, естественно, термоусадочкой их немножечко защищу,
защищу вот от влаги. Так, ну, паяльник уже готов. Сейчас припаяю и все. Продолжим установку. Ну вот, припаял провода. Термоусадочкой их обязательно изолировать. Иван приготовил вот проставочные кольца под динамики. Сам выпилил. Сам обработал. Так, пищалочки тоже. Фильтр припаяли, изолировали термоусадочкой. Вот. Ну и пищалки вот в штатные места, в пластик. Вот так они будут крепиться. И сверху еще решеточкой будет закрываться. Ну все, мидбасы у нас собраны. Уже на обкатке. Там слышно, музыка играет. Вот. Так. Ну, и что касается высокочастотников. Они у нас не убирались здесь. Пришлось пластик подточить немножко. Вот, видно, да? Бока. Вот. И теперь они спокойно встают. Нам осталось с помощью клея закрепить. Вот они отцентрованы получаются. Вот, и так они будут в штатных местах хорошо смотреться. Никто даже не узнает. Ну вот, закрепили пищалочки. Видно, да? На две точечки. Вот. Теперь можно ставить. Подключать. И все будет петь. Собираем. Не знаю, как передается на запись телефона. Это вот играют как раз только фронтальные динамики. Вань, скажи свое мнение. Что-то изменилось? Изменилось в лучшую сторону. Высокие появились, да? Басы. Да. Ну, в принципе, все. Автомобиль готов. Следующим этапом будет четырехканальный усилитель, да, Вань? Да. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы, задавайте. Пишите нам ВКонтакте, ссылочка будет внизу под видео. Всем добра, фортуны и бабла.